superior. Ничего не делай. За руль. О, куда едет? Здрасте, приехали, да? Куда? Куда? Быстро, быстро. Ну чё, он за нами выехал, да? Нам пиздец, блядь. Это нам просто, блядь, на хуйне на какой-то. Вот чё они забыли? Да, он за нами едет. А мы в какую хоть сторону-то едем? Блядь, мы не в ту сторону еще едем. Ну, он чё, он полез? Он полез за оружием, блядь. Вторая тачка. Так, если ты сейчас... не вшатаешься, это будет уже хорошо. Просто едь спокойно. Ну, видишь, сигналит. У меня нет желания останавливаться. Что он делает? Гонки какие-то устроил. О, нас дурачками называют. Ну что, сегодня мы будем ограблены, да? Сейчас на развилке либо на скопов поедем, либо от нас не скрылся. Кто будет ехать из леба? Сам нахуй. Они про, нас говорят, что мы на Скопос либо поедем, либо на Сэнди Спринс. О, у нас будут перехватывать, слышишь? Нас остановись будут нахуй, тебе пиздец, понял? Остановись нахуй. Остановись. Остановился. Въебался, я въебался. Сэнди Спринс поворачиваем. Сэнди Спринс едем. Я видел, стой там где. Короче, нас ждут впереди. Понял? Едем в Сэнди Спрингс, повернули в поле куда-то, а не в дерево. Не в дерево, блядь. Едем дальше. Едем. А, ну все. Поворачивай. Ты живой еще? Поворачивай, крутись, давай. Блядь. Давай. Есть. Че у нас колесо? Живое? Уезжай. Крути туда-сюда. Понял? Да понял. Давай, за забор. Все, ушли. Давай дальше. Блять, нас впереди ждут. Фары выруби нахуй. Фары выруби. Поворачивай направо. Блять. Сейчас нас будут на вертолете ловить. Нет, не туда, направо, блять. В смысле туда. Давай, есть, короче, дальше. Что за пиздец? Они что решили нас это... Что у нас по машине, кстати? Живая. Едь дальше. Бля, ну вот и все, теперь нам тут здесь. Живой нет! Живой ты, блядь, нет! Я живой. Живой, блядь! Руки вверх, нахуй! Блять, как дебил-то, а? Паспорт это покажи. Мой, блядь, знакомый. Он скажет, как меня зовут. Блин, ну как? Покажи как? Паспорт. Покажите документы. А, Брамид, что ли, ты? Блин. Че, я ему не могу даже документы показать? А. Это мои знакомые. Блин. Мне. Я пойму, не есть против. У меня, я по гражданке с Нью-Хэвена. Забери жилет.
На, подлечись. Как так-то, блин, что... Окей, окей. Помогите поднять нашего на трассе, он без колеса. Ребят, время московское. Санчо, улетай. Ребят, досваливай. Улетай, всё. Ребят, досваливайте, сейчас медик же сюда по-любому прилетит. Да, я понял. Санчо, улетай, бля, глухой сейчас нахуй. Сейчас полечу, да. Ты это, АЗС-ки не захватывай, мы-то их сейчас хлопаем все. Блин, да я просто проверить хотел, блин, можно ли семьей захватить. Нельзя семьей захватывать. Точно? Точно. Блин. А это кто у тебя валяется? Водила мой, ёлки на толпе. Ой, балбесно. Да нет, вкусненько. Одно золото, блядь. Пампушки какие-то. Ай, блядь. Ладно, чё? О, слушай, подкинь ленточек, кстати. Кого-кого? Ленточек есть там, конечно. Две штуки того и того. Спасибо. Если кого-то увидишь, дай мне знать, окей? Ну, мало ли что. Конечно. А ты это, блядь, не знаю, хотя бы мог бы написать, узнать у меня что-нибудь. Блядь, это ёптать бромит. Да. Мужики, нахуй, вы, блядь, остановили еще, блядь, тараните нас. Да не тараним мы, блядь, он не таран, не специально точно. Хотели, блядь, я вообще хотел объехать вас, вы просто начали, блядь, таранить нахуй, потом уже так получилось, извините. Смотык задницы, блядь, такое чувство у него. Не-не-не, он не таранит. У него иногда, блин, его колбасит, блин, вот это да. Когда он едет. Жалко это Тритона. Бля. Жестко было. Не, ну мы. А мы же его. Слушай, а вот интересно, если б не дерево, мы бы ушли? Или у вас что-то это вертолеты, вся хуйня, да? Не ушли, ну ты видишь, у нас две машины таких. Нас дохуя. Помимо еще дохуя людей. Понятно. Вы бы не ушли бы. Да, вот как Тритон и предсказал. Тритон, блядь, конечно, молодец. Что в итоге мы отхватим. Чего? Ну, вас видишь. Да не, ребят, он вас не специально мартовал. Ну, блядь, он не уехал. Я вышел, блядь, и заебал. Знаете, что мы вообще подъехали, блядь? А что вы хотели? Вы заправку захватывали? Блять, а кто ему эту удочку в жопу вставил? Ебанутые мужики, блядь. Мы только... Это ж пиздец, блядь, это жестко как-то нахуй. Я знаю, кто поставил, вот он, бегает, без банды. Блять, садист, удочку. Блин. Понимаешь, что он делал? Мы только да? Подъехали к заправке, только зашли, я собирался только попытаться захватить, ну блин, все. Увидел машину, да? Ну вот, блядь, захватил. Не, ну я увидел машину. Теперь жопу лечить, блядь, Димки. Но он, ну он тобой не захватил. Так, ладно, дед, общайся, поехал дальше от звездки. Езжай. Что, так в поле будем стоять? Давай, еще увидимся. Давай, давай. Ёба, народ. А что ты медик-то, блин, где? И прилетит сейчас. Может мне позвонить медику тоже, кстати? Так-то. Попробуй. Так, а что еще-то? Ну человеку плохо помоги, что ему еще писать? Напиши, в жопе у него удочка. Бедный Тритон. Кровоподтеки там на жопе. Нет, это когда медики прилетят, тогда и будет, короче. Экстренный канал такой нельзя, вдруг там надо какие-нибудь инструменты специально, чтобы завлекать. Что делать-то, блядь, я такую хуйню ни разу не делал. Повезем лечить в больницу, что делать? Пиздец. Неудобно, блядь, как он поедет. Дальномер надо. Так, здесь есть хоть какой-нибудь камень в поле? Камень? Так это, скажем, что с удочкой баловался, короче, им плохо стало. Фистер! Блин, давай не будем все-таки за это. Ну, блять, ну, может нравится человек, что такого? Ну, вот, вот медик. Медик, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Тут такая неловкая ситуация произошла. Сейчас как бы, прошу огласки не предавать, но вот человек как бы любит фистинг. Видите, у него удочка. Mm-hmm. Вот он, короче, баловался с этим делом, ему поплохело, блядь.
Мы даже не знаем, что теперь делать. А, ребят, я лучше стараться пока что. Да. Так, что там? Давайте посмотрим на него, что он там у него вообще случилось. Ну, он торчит у него прямо из этого, из-за носа. Да, он себя проткнул. К сожалению, мы только сможем помощь ему оказать в медучреждении. Че, кишки разорвало? Конечно, но насквозь. Ёбаный рот, блядь. Ну, пиздец. Лечите. Хвы, отпилите хотя бы удочку-то ему, блядь. Сейчас посадим, еще больнее бы. Не, мы сейчас его аккуратненько положим, а если мы отпилим, откроется кровотечение. Форточку, да, воткните эту удочку. Да, да, ну, отлично будет. Блин, что ж так неловко-то получилось? О, хорошо сидит. Сейчас будем делать. Вы можете его забрать, вы будете его забирать или он да, сам? Да, я к госпиталю сейчас подъеду. Вы приезжайте в клинику маленькую. Это на берегу. Да, на берегу. Вы только большая просьба никому не говорить. Это как бы наш друг, но любит он такое дело. Да, ему не говорить, он обидится. Подумает, что увидели. Да, нашли мы его. Покраснеет. Нашли мы его в поле, блин. Да. Вот в таком виде. Не потребуем. Нехорошим занятием. Ладно, надо ехать. Так могу. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас приму. Возвести до города будет. Че уже? Че уже вылечили болезненного? Доктор. Конечно, вылечили. Доктор, никому не рассказывайте. Конечно, расскажу. А что было? Да тебе потом расскажу. Не придумал. Здесь может быть уши вообще. И вообще. Зачем ты этим занимался, скажи мне. Ребят, все нормально, заберете его, да, своего? Да, конечно. Спасибо большое.